Исследователи сделали сенсационное нихуя. В прессу попала стенограмма переговоров Нила Армстронга с Землей. What the hell is going there? What happened? Fire! What is there? Repeat your last message. Хьюстон, иди нахуй, Хьюстон. Идите в пизду. Я остаюсь здесь. Я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа, бесконечно вечного. Куда ни посмотри, хоть глубь, бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там, это иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения твоей природы. Идите вы все нахуй.